Всем привет, ребята! Вы на канале Санишки Играем Вместе. С вами папа Санишки. И мы продолжаем играть в игру Pet Simulator X. Ребята, и как вы можете видеть за моей спиной, стоит тот самый Pop-Cat. Также, ребята, стоит еще Pop-Dog и Pop-Dragon. Ну и наш еще мифик, ребята, первый мифик Санишки, который мы видели. Да, ребята, в это невозможно было поверить еще несколько дней назад. Все искали вот этого Pop-Cat'а. Видите? А теперь этот Pop-Cat может быть почти у каждого, ребята, из вас. Почти у каждого. Потому что в игре вышло маленькое обновление. Как вы знаете, вчера в субботу должно было состояться большое обновление. Huge update, как по-английски говорят. То есть большое или огромное обновление, должен был добавиться новый мир, новая валюта, новые яйца и все-все-все новое. Но разработчик игры отложил это обновление и, значит, в качестве, так сказать, извинений за это, он, ребята, добавил новое секретное яйцо, секретное место, secret place. Куда вы можете попасть, ребята, и я расскажу сейчас, как вы можете это сделать. И как вы думаете, какое сейчас самое популярное слово в ваших чатах? Конечно же, ребята, кнок-кнок. Кнок-кнок — это с английского переводится как тук-тук. Ребята, а почему? А потому что, чтобы попасть в Secret Place, вы должны подойти к голубенькому дому перед VIP-ом. Подойти к этой двери и потом набрать по-английски тук-тук. Кнок, кнок. Отправить в чат. И вас должно телепортировать в комнату. Давайте, ребят, попробуем еще раз, потому что почему-то не срабатывает. Так. Так, давайте попробуем сейчас. Да, ребята, со второго раза удалось. Мы падаем в какую-то яму, в какую-то... Точнее, наверное, все-таки не падаем, а телепортируемся. Посмотрите, видите вот это место на заднем фоне, вот эти доллары? Это как раз то место, где у нас основные яйца наши. То есть мы где-то в локации за... Там, где... Яйца доминусов, где до мортуса можно выбить. Вот как раз вот это там происходит. И мы как раз где-то здесь, внутри, посмотрите, попадаем. Здесь даже какое-то море или непонятно что. И нас здесь встречает надпись от разработчика. Привет. Эти пэты станут неприобретаемыми в субботу 18 число. Ребята, то есть вот это яйцо, оно исчезнет в субботу 18 числа, когда будет следующее обновление. Значит, обнова отложилась, поэтому я добавил это яйцо. И всегда, пожалуйста, Престон. То есть, you are welcome. Мы вам рады. И подпись разработчик Престон. Это, ребята, называется Oh My God Pop Egg. То есть это у всех, ребята, вызвало шок. То есть смотрите, здесь в этом яйце можно выбить пок питомцев. Ну то есть таких вот питомцев, у которых какой-то удивленный рот. Видите, посмотрите. То есть это просто супер, конечно, идея. И, ребята, яйцо, точнее питомец, здесь стоит 11 миллиардов. Представляете, 11 миллиардов. Да, ребята, это, конечно, позволить себе могут не все, но с двойными коинами за недельку вы, ребята, сможете еще хорошенько здесь прокачаться и хорошенько купить этих питомцев. Значит, прежде чем покупать, я вам расскажу, что эти питомцы 8 по 8 миллионов, а дракон даже по 10 миллионов. С чем это можно сравнить? Давайте сравним сейчас. Это можно сравнить с золотыми питомцами из последнего яйца, ребята. Это очень круто, смотрите. То есть это даже больше, чем
легендарный небесный дракон, вот этот попкэт имеет характеристики, то есть их, в принципе, однозначно стоит покупать. Поэтому, ребята, ну и давайте сравним их с обычными. Давайте посмотрим, какие там рты у обычных питомцев. Так, они тут закрывают. Закрывают, ребята. Давайте. Вот так уберем, чтобы ничего не мешало. И вот вы можете сравнить обычные ротики у этих питомцев и ротик у этого покета, который чем-то удивлен. Да, ребята, это очень, конечно, мило, мимимишно. Так, ну давайте попробуем повыбивать. Не так уж и много тут мне получится выбить. Так. Значит, ультралаки, суперлаки у меня все есть. Давайте попробуем повыбивать. Здесь еще есть Пок Дамортус. Он вообще, ребята, мощный. Ну, не знаю, попробуем повыбивать, получится или нет. Так, давайте купим 3. Да, ребята, 3 дога. Все, на 3 мне уже не хватает. Поэтому можно только один, ребята, купить. Попкэт. Попдрагон. Так, и что, могу еще или нет? Нет, ребята, все, я уже не могу ничего здесь выбивать. Посмотрите. Значит, кого мы повыбивали? В основном, конечно, Поккэт, Покдог и выпал еще Покдрагон. Так, давайте еще вот этого поставим дракончика. Вот, поставим всю нашу компанию, которая у меня выбилась. Вот, смотрите, ребят, тут может еще кто-то попадать. Привет. Видите, какой-то игрок тоже постучался в эту дверь и провалился сюда. Видите? Так что, оказывается, здесь можно тусить даже несколькими игроками. Я думал, что эта комната индивидуальная. Но, оказывается, нет. Здесь можно... Сейчас он тоже будет что-то выбивать. А, смотрите, он телепортировался и улетел куда-то наверх. На небо. Ничего себе, ребята. В общем, суперское такое обновление. Супер небольшое, конечно, но очень приятное. То есть питомцы, они достаточно хорошие. То есть их можно еще смешивать. Можно делать золотыми, можно делать радужными. И тогда они будут еще больше и еще лучше. Что ж, ребята, вам если понравилось это видео, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, нажмите на колокольчик и всем пока!